Ты что, решила открыть благотворительный фонд помощи ветеранам? Что-то я пока больше тебе с родителями помогаю. Рита Климова позвонила, рассказала про Юру Разина, нашего друга юности. Он один живет, очень бедно, сильно болел. Мы решили ему как-то помочь. У него день рождения, вот я и подумала накрыть ему стол. А я обязательно должен ехать? Ну, у меня другие планы были. Ну, мы же договаривались. Ба, дай пролить. Я тебе дам, ба. На провоз дай для начала. Я почему-то думала, ты послезавтра улетаешь. Какие-то короткие каникулы. Да блин, еще рейс такой ранний. Ба, сори, Вер, ну точно ненадолго? Маленький, полчаса. Поздравим с наступающим. У него день рождения завтра, но у меня весь день расписан. А права купишь? Шутка. Ну а что он вообще? Чем занимается? Да ничем. Художник, как он сам считает. Деду только не говори ничего. Лишняя информация. Верунчик, какой сюрприз. Прошу. Юрочка, привет. А что это ты? Пишу Наполеона заказ. Проходите, молодой человек. Себя пишешь? А это мой внук Сева. Познакомьтесь. О, Сева. Добрый день, Сева. Давно хотел с тобой познакомиться. Как там Чикаго? Нормально. Учусь. С наступающим вас днем рождения. Мы без звонка. Звониться на тебе я не смогу. Я вообще не понимаю, зачем тебе телефон. А я тебе сразу скажу, что мне твой телефон не нужен. Я тебя ждал завтра. Завтра не получится. А что за заказ? Исторический музей? Кондитерская Наполеон. Сева, продукты туда, в холодильник. А от тебя, Юрочка, мне нужен только штопор и стол. Интересно, эти женщины, это тоже в кондитерскую? А эти женщины, Веруша, это одна прелестная Фемина. Натурщица от Бога. Сегодня заказчик забирает. Хорошие деньги, между прочим. Бабуль, а мне глаза закрыть? На счастье, Вера. Сейчас я им принесу. Еще раз назовешь меня бабулей. Понял, понял. Ну, Вер, ты у нас наказана, ты у нас за рулем. Что будешь пить? А ты кому это второй бокал налил? Ну, это только вино. Я тебе дам вино. Ты у меня сейчас пешком домой пойдешь. Дай. Дай бокал сюда. Ой, Вера, ты знаешь, я тут сыр нашел, который ты мне из Франции привезла. Правда, запах у меня. Ой, сыр это без меня, дядя Юр. Слушайте, у вас там картина. Картина висит. Ну? Я хотел спросить пару вопросов. Можно на кухне? Пойдем. Но хуже не стало. Натурщица от Бога. Интересно, что еще у нее там от Бога.
дело сменить этот гребаный замок. Ну что ж... Они ему не по карману. А я вижу, вам весело. О, Вер, послушай, это интересно. Однажды Пикассо подарили подарок. Юра, я же тебе подарок в машине забыла. Ой, Вер, оставьте свою бытовую технику. А это не бытовая техника. Бонапарт Херов налил ребенку баб своих голых понаставил везде. Короче, звонок в дверь. Художник кричит натурщице: раздевайся скорее, жена пришла. Я вижу, вы в хорошем темпе празднуете. Вера, дай угадаю, это супер тонкий телевизор. Не угадал? Это картина. Моя картина. Я тебе не говорила, что пошла учиться рисовать? Ты пишешь картины? Пишу. У меня их уже штук 20. Вот решила тебе первым подарить свою работу. Действительно картина. А что имеет право на жизнь? Что скажешь? На Пикассо вроде похоже. Да, трудно не заметить. Молодец. Поставь туда. Дай бабушке торт. Мы творим в разных техниках, но живем в одном пространстве. Ты что, на ней едешь, что ли? Зачетная картина, правда? Черный квадрат Малевича, знаешь историю? Я знаю анекдот про него. Давай. Малевичу говорят, у вас выставка через 5 минут, а картины нет. Он говорит, 5 минут, сейчас все будет. Юр, нам пора. У Севы самолет рано, а еще планы на вечер. Да, ты знаешь, у меня заказчик скоро придет. Да не-не-не, я отписался от тусы, все нормально, я еще могу. А я не могу. Отлично зашли. Супер, ну крутой чувак. Вообще я не обломался, ни капли. Мне даже жаль, что я завтра улетаю. Да и тоже видно же, что сразу художник классный он. А историю, которую он рассказывал про Пикассо, как ему подарок подарили. И за подарок ты ему какой классный подарила, прям в тему. У нас с тобой прям вечер Пикассо. Черт! А ты можешь дать мне, кстати, его номер, пожалуйста? А что такое? Ничего, все, достаточно. А что происходит-то? Я не понял. Вначале мы как бы без вариантов едем, и плевать, что ДРС завтра. И вообще должны ехать сегодня и срочно. Проехали? Что? Ты его любила? Что? Ну да, понятно, любила. А может, до сих пор любишь? А может, у вас роман? Не, я дедушке не буду говорить, честное слово. Все, закончили разговор. Да давай, рассказывай. Я же не отстану. Пожалуйста. Мы жили вместе 2 года. Чуть не поженились на 3-м курсе. А перед свадьбой он ушел. К моей подруге. Ну это банально. Да. От этого еще обиднее. Хочется же драмы исключительно. А так все обычно. Лучшая подруга. Не, ну одинокие подруги обычно опасны. Она как раз была замужем. Дядя Юра еще и жену у кого-то увел? Ага. У своего лучшего друга. Увел. Так, стоп. Дядя Юра бросил тебя и увел жену у своего друга? Да. И ты ему сейчас помогаешь? Да. И осторожно! И бегает, а не надо спать, болван. Понятно. Почему деду мы не рассказываем? А дед-то сам хотя бы знает про этого дядю Юру, что он был вообще? Конечно. В смысле, конечно. Твой дед и есть тот друг, у которого дядя Юра увел жену, мою подругу. Чё? А дед чего? Не открывай, не надо, не открывай, ну зачем? Продай права, баронесса, продай права! Лески замерзли с двора! Мы бы не знали, как нам жить дальше. Нам было так плохо, так одиноко. Мы друг друга утешали, утешали. В результате родился твой папа.
сейчас башка лопнет. Ты его до сих пор любишь? Нет. Честно, нет. А дети у него есть? Нет. У него уже вообще никого нет. Хороший ты ему подарок сделала на день рождения. Ему не понравилась картина. Да какая картина? Ты ему жизнь свою показала счастливую. Меня показала. Я-то думаю, что он на меня смотрит так весь вечер. Так, если что, я тебя на его похороны не пущу. Почему это? Ну, чтобы не было, как в плохой сказке. Жили они долго, несчастливы и умерли в один день. Маленький, ты преувеличиваешь мою чувствительность. У меня один вопрос. Ты ему мстишь за свою жизнь с дедом или за свою жизнь без него? Да я ему вообще не мщу. А вот за деда я ему благодарна. Стой, машина! Алло. Алло, алло, деда, да, привет, это я. Мы были на выставке, все хорошо. Мы едем домой. Все хорошо. Мы едем, да, да. Сейчас скоро будем. Да, давай. Давай. Давай, целую, пока. Пока. Ну что, по-моему, все получилось. Мне нравится. Ой, что это? Я смотрю, у тебя тут вечеринка была. Перерисуешь. Я ее забираю. И нарисуешь мне таких еще три. Вера, поехали домой. Дед волнуется. Поехали. And I just love your flashy ways, guess that's why they broke in your soul. Sicker than your average, pop a twist, cabbage off and sting. Homies don't think shit, sting ping gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. They ride if the hair ride, Biggie day and I. Pop up in smooths and stays of underdos. Never lose, never choose to bruise, cruise. Who do something to us, talk go through us. Girls walk through us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Puff, close like Starsky and Hutch. Stick the clutch, there I squeeze three. Jerry M3, bang every MC easily, busily. Recently, homies fronting and saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peeps packing, asking who want it. You got it, homie, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it.